Так, у нас есть вкусные конфеты, но кто-то их стырил. Глянь, он какой красивый! Да, это у меня вообще вот игровая, у меня топовый компьютер. Там кто-то бегает поверху. Посмотри, посмотри. Ребят, посмотрите, сколько здесь наград. 2, 3, 4. Какие они маленькие. 5, 6, 8. Ой, кто тут трясет? Вот этого язык торчит, смотрите. Моли, моли. Итак, пупсики, вы готовы все вместе, а? Да. Так, мы выдвигаемся. Всем нашим колхозам дружным мы едем смотреть котенка. Котенка, едешь смотреть? А? Котенок маленький такой, красивый. Будешь его смотреть? Да, бы-бы. У нас уже 2 есть, едем смотреть третьего. Котенка будешь смотреть? Ну не нам, да, это Алексу будет котенок, но это бенгальский тигр. Ну, называется бенгал, порода, знаете, такие они на тигров похожи. Давай, попрыгун, давай, все, пойдем, выходим. Так, мы идем. Ребят, кто еще нашу виллу не видел, у нас вот так красиво здесь. Рум-тур еще раз могу сделать вам. Ева все время вот так спускается, потому что у нас здесь рыбки плавают. Вон они, золотые рыбки. Их можно ловить и загадывать желания. Ну что, пойдем? Тут у нас охрана сидит, если что. Если вдруг враги какие придут. Сразу охрана их прогонит. Да, давай, выходим. Аккуратно. А еще, ребят, я вам сейчас похвастаюсь. Вот этот байк, это я сегодня взял. Вот на этом байке я теперь буду ездить по Бали. Ох, ребята, что-то будет. Ох, что-то будет. Страшно ли мне? Да мне страшно до усрачки, простите. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Я честно так боюсь, здесь такое движение, как они здесь ездят, я не представляю. Но ничего не поделаешь, на байке здесь гораздо быстрее передвигаться. А ты хочешь со мной на байке покататься? Я и для тебя шлем тоже взял. Я взял целых 3 шлема. Поезд. Так, у нас есть вкусные конфеты, но кто-то их стырил. Мы передали за проезд, деньги за проезд, да, передали, да, передали назад конфеты. Я говорю, Николь, где конфеты? Она говорит, я передала Ксюше. Ксюша говорит, я передала Алисе или еще кому-то. Так, а ну-ка. Сори. Так вот кто замутил себе конфетосы. Вот это поворот! Так, смотрите, мы сейчас едем. Этот район называется Семеньяк. Мы его вчера тоже смотрели. Прикольный такой тоже райончик. Здесь вот по бокам разные магазинчики, аллейки, да, можно тут ходить. Там кафешки есть классные. А на пляже там, знаете что? Там вот такие мягкие мешки цветные. Их много, прям нереально много цветных мешков. Мы ходили на тот пляж, в котором мы были. Ну это понятно. А этот вообще такой прикольный пляж, все цветное и в подушках, можно валяться. Вот такие вот таксисты тут ездят на таких огромных колесах, как рэперы прям. У них это вот фишка тут, я же не первое такое такси вижу. Мы хотим для вас сделать какой-то классный челлендж в бассейне, прикольный, сейчас гадаем. Ребят, напишите в комментариях, если вы видели какой-нибудь прикольный челлендж и хотите, чтобы мы его отсняли для вас. Что-нибудь любопытное и экстремальное. Например, 500 килограмм бананов в бассейн или еще что-нибудь. Ребята, мы приехали к Лёше. Лёш, привет. Привет. Ребята, у Лёши здесь произошло ЧП. Было землетрясение. Вот так все трусилось. И у него завалилась крыша здесь. Представляете, вот здесь все, где стоит машина. Здесь все было, короче, кошмар. А еще дырку вот здесь пробило, представляете? И у меня машина чуть не упала туда. Мы когда заезжали, он такой, стой, вы сейчас провалитесь. Круто, у тебя вход через водичку. Да, блядь, смотри, там рыбы. Там рыбы, черепашка есть. Черепаха? Да. У него где-то тут черепаха плавает. Но это не точно. Давай аккуратно, оп. Давай ножками аккуратно, чик, чик. Так, заходим. А тут красотища какая. Вообще. Лянь, он какой красивый. Смотри. Лянь, вообще. Привет. Так, классно. Сразу из виллы можно выпрыгивать в басик. И можно даже со второго этажа прыгать сразу в бассейн. Прям сверху прыгали? Офигеть. Биби, вот эта кися какая классная, красивая. Чика, да, зовут? Чико. Слушай, ну он прям похож на какого-то тигра в джунглях.
Бенгальский, вообще красивый, нереально. Вот мы сейчас едем смотреть такого же, да? Такого же маленького котенка. Подружку. Круто. Это мальчик, будет еще девочка. Здесь мы с друзьями иногда смотрим киношку, какие-то клипы, плюс играем в PlayStation. Так, PlayStation. Да. У меня две PlayStation, есть еще один большой телек. Ага. Да, я его тоже выношу сюда, и мы прям рубитесь на два PlayStation? Круто. Мы как-то попали, мы ходили записывать песню, и там звукозаписывающая такая студия в доме. Ага. И мы пришли, там ребята, я думаю, вы помните это видео, там ребята рубили, сидели, мониторы здоровые, 4 человека играли одновременно в какую-то там онлайн-игру, какие-то пираты, там что-то такое. Блин, я думаю, как офигенно, просто я так тоже хочу. Я тоже так хочу и так делаю. Была водичка, тоже плавали рыбки, но я это дело все осушил, потому что, ну, комары. Дома комары, да, это такое. Да, ребята, я могу сказать, на Бали комары, это такое, нас подъедают. Очень маленькие, они еще... Слушай, мы были с этого в шоке, они беззвучные. Беззвучные. Я лежу, ребята, я лежу в кровати, я чувствую, меня кусает комар. Ночь, тишина, я должен был его услышать. Я не могу понять, как они так подлетают, вообще, какие-то тихие комары. Все, Еве понравилось. Вот тут такой лаунж прикольный, беседочка, можно тут виснуть. Доски должны быть, а что же только прилетел, да. Или нет? Да. А, ну тут... Ну вот, сори, две, мальчик. Вот две стоит. Не, вот, видишь, это два лонга и один Малибу, средний размер. Ага. Каких два? Один лонг, второго почему-то нет. Прикольно, большие. Вот это доска Бэтмена вообще. Бэтмена, я их все под себя делал. Вторая, видишь, Алекс написано. Да, ох ты, прикольно, видно. Ты подглядываешь, малыш, можно я тебя погладить? Ой, ты красивый какой. Ой, какой красивый. А, пойдем, пошли. Так, ребята, гостевая. Когда к Алексу приходят друзья, устанавливается вот тут классно. Алиска, а ты будешь когда-нибудь серфить? Скажи. Нет? Так, ребята, все, у нас передача называется «Рум-тур по домам». Вау, какой Лёва красивый. О, прикольно, open space. Нагрелась, да? Черный пол. Такое, что-то типа мастерской. Да, мы вот когда будем себе строить дом, Света хочет, чтобы был такой какой-то open space, где можно будет рисовать, заниматься йогой. Видишь, какой район? Казалось бы, центр Семеняка. Но, тихо. Тем не менее, очень тихо, спокойно. Да. Ну, это моя комната. Класс. Так, это его комната. О май гад, о май гад. Ну, прямо о май гад. Так, ну тут вообще... Да, это у меня вообще вот игровая, у меня топовый компьютер, специально геймерский, вот геймерская сидушка, клавиатура Razer, все у меня Razer, Corsair, ага. Такая есть. Но она, прикиньте, вчера поломалась, это топовая клава, пришлось запасную поставить. Ой, ничего себе, шпу, коврик здоровый такой. Да, большой коврик, ага, да. Razer мышка. Да, так, геймеры сейчас все такие, вот это да, так, Николь, ты геймер, признавайся, смотри, какая тачка, здесь очень крутая, садишься и рубишься, просто, и не выходя. Знаешь, самое главное, вот классное, самое покупка, да, которое я сделал, это вот это кресло. Да? Да, потому что болит, ну, когда ты играешь много обычно, да, да. И начинает болеть поясница, а здесь специальная сидушка, она хорошо фиксирует, ага, держит спину, и ты можешь очень долго сидеть безболезненно, поэтому если ты планируешь там... играть, круто. Бери вот такую. Ну, я могу тебе сказать, что у меня, кстати, другой опыт. У меня была сидушка игровая, мы покупали в Лос-Анджелесе, у меня было игровое кресло. Да. И оно было очень неудобное. Знаешь, за счет чего? Вот у тебя оно широкое, ну, встанешь. Да. У тебя, получается, оно вот здесь широкое, ага. А у меня было вот эти штуки очень высокие, эта штука узкая была. И у меня все время, я 2-3 часа посижу, и у меня попа становилась треугольная просто, вот так вот. Ну, неудачно. Так, что вы ржете? Малыши, ля-ля. Смотрите, у кошака тут вообще жизнь просто удалась. Свой замок. А? Домик Жасмин? Круто. Ну, прости, но мы ничего с этим не можем поделать. Берлога холостяка такая. Нет, игровая. Смотри, вообще. Ну какой же, а вот, да. Розовенький такой. А Йоду, ты видела Йоду? Смотрите, мастер Йода. У меня просто я изначально кошечку. О, ты тоже, глянь, красивенько, как вообще. Красиво.
Ага, прикольно. Если честно, ребят, у меня есть большая мечта. Я хочу себе в своем доме сделать большую игровую комнату, где будет стоять несколько компьютеров, будут стоять всякие очки виртуальной реальности, разные штуки там, чтобы играть, чтобы там можно было друзьями зависнуть вообще. Вот подписчиков приглашу как-нибудь и будем играть вместе с Николь. А? Мы, кстати, когда были с девчонками, когда отдыхали, я не помню, в каком отеле, там была такая комната, прям сидушки такие были с мониторами, там рули всякие. Я хочу такие штуки прям дома поставить. Вообще очень классно, прям мечта моя. И Николь поймала его все-таки. Ты красивый такой, красивчик. Ух ты, малыш, красивый. Ох, мы уже приехали, уже ночь прям. Ты готова котиков смотреть? Бля, вообще. А папа Чико моего, вон тот кот. Мы сейчас посмотрим. Это наверху, Чико, который... Да. Обалдеть. Да. Да, вообще, я в восторге просто. Ферма Бенгала. Там кто-то бегает поверх. Посмотри, посмотри, какой такой вожак. Это папа Чико, ребята, вот это вот. Смотри, у него, наверное, плохо видно. Ага, вот. Собака видит. Ты красивая котейка такая. Ага, Ляня, вообще. На пантер прям, на пантер похоже, Ляня. Обалдеть! Сколько вас тут, ребята! Вообще! Вот это да! Слушай, Ляня, не такие маленькие пупсы. Можно 4 штуки? Хочешь все 4 штуки сразу? Пожалуйста, мам. Мам, тебе нравится котенок? Давай возьмем у тебя какой-нибудь такой. Это мама Чико. Мама Чико. Круто, да, вообще. Это мамочка твоего, получается, кота. Да, она тут многих котят, мама. Ага, вообще. Мы пока здесь водимся с котятами. Вот эти ребята такие подошли. Такие, людей привели. Пошли посмотрим на них. Вообще какие-то странные все они какие-то. Ведут себя как-то странно. Они пришли на нас посмотреть. Прям выстроились в рядочек. Кому-то это... Ой, кто тут пришел? Манюня такая. Ой, вот так, бери. Ой, молодец. Ой, молодец. Не уронит. Давай. Пойдем на диванчик сядем. Пойдем? Вот тут твой язык торчит, смотрите. Вы видели, этот язык все время показывает в нон-стопе. Ребят, посмотрите, сколько здесь наград. У этих кошек просто немерено. Вот награды. Вау. А, это питомник прям супер-супер классных кошек. Элитных таких, дорогих, да. Так, ребят, смотрите, это награды, получается, лучший бенгал. Интернациональный. Азии и Африки. Обалдеть. Вообще. Крутые коты. Да. Вы только посмотрите, сколько их здесь. Ну, вообще. Пойдем внутрь. Внутрь, дети. Я хочу. Пойдем, заходи. Обалдеть. Николь, ты пойдешь. Обалдеть. Лянь, какие. Пушистики. О, такие хорошие. Глянь, такие ласковые. Я был у других, это был просто ужас. То есть они в клетках были, там все было воняло. А когда к ним пришел... Здесь не воняет, несмотря на столько их, да. А вот тот парень, сколько ему лет. Такой просто уже бывалый, потрепыш вот рыжий вот этот. Ребята, действительно, несмотря на то, что такое количество котов, здесь вообще не воняет, все чистенько очень.
Мона Лиза там таскает. Вообще. Что? Девчонки вообще в восторге, просто в сумасшедшем. Офигеть. Пожалуйста, Маша, что? Я тебя умоляю. Моли. Попался. Ты тоже хочешь? Так, ребята, мы идем еще дальше, потому что это еще не все, оказывается. О, сколько же их тут, а? Ребята, ну это целый такой большой питомник. Смотрите, какие они, ой, вы такие симпатичные, а, пусики такие красивые. Так, ребята, голосуйте в комментариях, возьмем мы для Николь котенка или нет. Есть нам смысл для нее взять или нет? Пишите в комментариях. Глянь, смотри, Николь его, глянь, тискает. Глянь, как любит тискаться, смотри. Да. Давай мы А для как курчит. Да, глянь, тискайте меня, тискайте. Давайте лысую кошку возьмем. Она как инопланетянская какая-то, как после Чернобыля. Так, Алекс, ну я тебя поздравляю, Алекс все-таки выбрал себе. Спасибо. Так, это девочка, да, будет? Круто, это девочка, да? Да, ребята, вы посмотрите, какой огромный паук сидит. Ну, его плохо видно, но он прям здоровый. Да, ты можешь прям остаться? Он говорит, что можете приезжать сюда и типа тусить, оставляйте здесь вот этих маленьких опоссумов, и пусть они здесь будут с котятами. Все? С удовольствием. Кстати, если вы живете на Бали или хотите заказать себе вот такого кота, как мы здесь видели, я ссылку оставлю на ребят в описании, можете обращаться к ним. Офигенные коты, просто мушеки. Ты хочешь себе таких? Да, еще котенок. Такого котеночка красиво. Короче, ссылка будет в описании. Или рыжего? Нет, лысого. А, лысый был такой. Вот так делал. Да, прям. Класс, согласен. Ребят, наше сегодняшнее путешествие заканчивается вот этим прекрасным итальянским столом. А пока... Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, если это видео. И всем огромное спасибо за просмотр. Адьос, увидимся.